С 30 по 31 мая в Москве прошел международный инженерный чемпионат «Кейс-ин». Магистры Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ заняли второе место в Лиге по нефтегазовому делу. С 30 по 31 мая в Москве состоялся финал 5-го юбилейного международного инженерного чемпионата «Кейс-ин», собравший 83 команды студентов 48 технических вузов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые представили решение инженерных кейсов в 5 лигах. Геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, электроэнергетика. Казанский федеральный университет представили магистранты Института геологии и нефтегазовых технологий, которые заняли второе место в Лиге по нефтегазовому делу. Команды решают кейс-задания, то есть решают реальные производственные задачи и в короткой сжатой форме презентации представляют это на все на суд жюри. В принципе, все одногруппники решили сплотиться, собрать команду, узнали о таком турнире. В принципе, это очень близкая нам тема была, потому что мы, в принципе, обучаемся по этой специальности. Попробовали, все получилось на отборочном этапе, поехали в Москву. Там, в принципе, заняли второе место. В Лиге по нефтегазовому делу встретились команды 15 вузов. Кейс «Лениногорская залежь» был разработан по материалам ПАО «Татнефть». В соответствии с заданием кейса будущие нефтяники предположили пути повышения эффективности разработки нефтяного месторождения, расположенного на территории Республики Татарстан. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.